считаю, что журналист тоже должен стоять в пикете, потому что коснуться беспредел может даже журналист. Мы видели, как задерживали Илью Азара, как выбивали камеры из рук буквально, разбивали нос Евгению Фельдману, фотографу на акции протеста, поэтому беспредел может коснуться каждого, поэтому сейчас снимайте, а потом вставайте в очередь. Наверное, сейчас скажу пару слов, все равно я здесь стою. Я хотела сказать, что беспредел в нашей стране может коснуться каждого. Никто не застрахован от того, что следующее уголовное преследование может коснуться его, потому что сейчас власть хватает случайных людей, и правосудия в российских судах не может добиться никто. Будет человек случайным образом попавший в жернова правоохранительной системы, либо человек из демократической оппозиции, который выходит на акции протеста, либо представитель действующей власти. Беспредел и бесправие может коснуться каждого, поэтому общество должно сопротивляться этим репрессиям, оставить свои права, чтобы Конституция... Давайте поменяемся. Секунду, я думаю. Семерка, большая очередь. Чтобы Конституция не воспринималась как набор оппозиционных лозунгов, а Конституция была основным законом нашей страны, который бы соблюдался и гарантировался нам.